же Мишка Тедди из молочного шоколада. Только знаешь что, Оля, там нет сюрприза. Как нет? А вот так, в таких шоколадных фигурках не прячут сюрпризы. Вот послушай, там нет никакой капсулы, как в обычном киндер-яйце. Пусто. Но я хотела сюрприз. Я люблю открывать капсулу и смотреть, какая игрушка мне попалась. Ну, Оленька, ну не расстраивайся, хочешь? Специально для тебя я спрячу в этого мишку сюрприз. Что, правда? Правда. Во всяком случае, я попытаюсь это сделать. Играй тут и не подглядывай. Когда я буду готова, я тебя позову. Итак, приступим. Снимем ленточку с нашего мишки и аккуратно распакуем его. Вот какой он симпатичный. Фольгу важно не мять, а оставить, как она есть. Она нам еще пригодится, ведь мы будем обратно запаковывать в нее нашего мишку. Теперь аккуратно с помощью зубочистки отсоединим донышко. Оп, вот что у меня получилось. Сейчас займемся сюрпризом. Возьмем капсулу из-под киндер-яйца и спрячем в нее какую-нибудь мелкую игрушку. Какой же Шопкинс выбрать? Мне очень понравилась вот эта зеленая авокадо. Спрячем его внутрь нашей капсулы. Поместим ее в мишку и закроем нашим шоколадным донышком. Я уже растопила немного молочного шоколада на водяной бане. Теперь осталось смазать им наш шов. Посмотрим, что из этого получится. Вот и все. Уберем нашего мишку в холодильник на 10 минут. Та-дам! И вот что у нас получилось. Вот так теперь выглядит донышко нашего шоколадного медведя. Конечно, не идеально, но зато теперь внутри него прячется капсула с сюрпризом. Осталось запаковать нашего мишку в эту золотую фольгу. Пойдем, посмотри, что у меня получилось. Там есть сюрприз? Есть. Ты слышишь? Я спрятала туда капсулу. Тебе интересно, что там? Да! Тогда давай откроем и посмотрим. Снимем с мишки бантик. А теперь фольгу. Откроем его и достанем желтую капсулу. Тебе интересно, что там? Да! Ну-ка. А, это же авокадо! Шопкинс авокадо! Ура! Мне попался Шопкинс! Шопкинс! А теперь настало время пробовать шоколад. Очень вкусный и очень сладкий! Ребята, а вы сами пробовали прятать сюрпризы в шоколадных фигурках? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.